Собираетесь продать, купить или подарить земельный участок, убедитесь в том, что он размежован. Иначе можно попасть в неприятную ситуацию. По новому закону, межевание участка с этого года является обязательной процедурой, без проведения которой владелец земли не может его продавать, дарить, передавать по наследству, сдавать в аренду. Границы земельного участка на глаз не определишь. Для этого нужны специалисты – кадастровые инженеры. Они с помощью специального инвентаря рассчитают площадь до сантиметра и зафиксируют все документально. Нина Князькова купила дачный участок еще 8 лет назад. Сейчас решила привести все документы в порядок и пригласила кадастровых инженеров. Соседям скандал, чтоб не было. По наследству детям оставаться, внукам оставаться. У них проблем не будет. Есть документ? Кто-то приедет, покажет, никто не придерется. Мои соседи, кто межевал, кто не межевал, я им лично советую. Сейчас уже невозможно стать полноправным владельцем участка, границы которого не определены. Без межевания не совершаются сделки по купле-продаже земельных участков. Межуют землю для того, чтобы не возникало споров среди соседей, что кто-то на полметра заступил за чужую границу и тому подобное. Межевание необходимо провести по всем земельным участкам, которые предоставлены гражданам для ведения садоводства, огородничества, лично-подсобного хозяйства, дачного хозяйства, индивидуально-гаражного и индивидуального жилищного строительства. Межевание позволит избежать гражданам судебных расходов. Услуга платная, на межевание участка в среднем может уйти 5-6 тысяч рублей. Если заявка коллективная, то дешевле. При определении границ земли в судебном порядке расходы увеличиваются в 25 раз, говорят специалисты. Рекомендуем всем владельцам земельных участков провести процедуру межевания. Данная работа позволит уточнить границы земельного участка на местности, определить его площадь и внести эти данные в единый государственный реестр объектов недвижимости, что позволит в дальнейшем избежать возможных имущественных споров с соседями. Заказать межевание участка можно в Чуваштехинвентаризации по переулку Бабушкина, дом 8. Собственнику необходимо принести с собой пакет документов. Подробнее о них можно узнать на сайте учреждения. Татьяна Трофимова, Олеся Русакова, Борис Андреев, Республика.